Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия, я Вика. Сегодня у меня еще один узорчик ажурный, вот смотрите, я думаю, будет вашим любимым, потому что смотрится он очень красиво. Здесь комбинация, видите, я на фоне коврика для мышки показываю на черном фоне, чтобы вам было хорошо видно. Здесь комбинация двойного накида и одинарного, то есть и маленькие дырочки, и одна большая дырочка. Вот в такой вот комбинации очень красиво получается, совсем-совсем по-летнему. Крапот у нас состоит из 6 петель. Я наберу петли для раппорта, чтобы вы увидели как бы переход от раппорта к раппорту, плюс 2 петли для красоты края, как бы так скажем, дополнительные, и 2 кромочные. То есть у меня будет 16 петель. 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Итак, первая кромочная, потом одна лицевая. Эта петля у нас в раппорт не входит. Это после кромочной, как бы, просто, чтобы у нас потом не был накид у кромки. Далее. Далее вяжем раппорт. 1 лицевая, накид, 2 вместе, вот таким вот образом, слева направо. Да, лицевой, 2 вместе, лицевой, обычным способом. Накид, лицевая. Вот он раппорт. То есть лицевая, накид, 2 вместе, 2 вместе, накид, лицевая. Далее следующий раппорт, то же самое, лицевая, накид, 2 вместе. Ой. Две вместе, накид, лицевая. Вот они, 2 раппорта. И далее вот это одна перед кромочной и кромочной. То есть дополнительно и кромочная. Второй ряд, все изнаночные петли. Третий ряд. 1 лицевая. Начинаем раппорт. 1 лицевая. Здесь мы 2 лицевые, я поворачиваю, провязывая слева направо, 2 вместе. Накид, второй накид, 2 вместе, лицевой и 1 лицевая. Следующий раппорт, лицевая, поворачиваю, 2 вместе, двойной накид, 2 вместе, лицевая. И последняя лицевая, дополнительная и кромочная. Четвертый ряд, изнаночные петли. Так, там где у нас 2 накида, первый мы провязываем изнаночной, второй провязываем лицевой. Так, следующий накид изнаночной, лицевой. То есть двойной накид мы провязываем таким вот образом, потому что 2 изнаночные у нас не получится и 2 лицевые не получится. Вот они, большие дырки. Так, пятый ряд, кромочная, лицевая, дополнительная. Здесь у нас 2 вместе. Снова мы поворачиваем и провязываем слева направо. Далее делаем накид, 2 лицевые, накид, 2 вместе, лицевой. Один раппорт, второй точно так же поворачиваем. 2 вместе слева направо, накид. 2 лицевые, накид, 2 вместе, конец раппорта и последняя лицевая и изнаночная дополнительные. Шестой ряд, изнаночные петли. Так,
И седьмой ряд. Кромочная, лицевая. Здесь у нас, вот видите, зачем здесь лицевая, чтобы накид не был у кромочной в начале ряда. Поэтому накид, 2 вместе лицевой, здесь мы не поворачиваем уже, 2 лицевые, а поворачиваем в конце. 2 вместе лицевой. Видите, здесь у нас один накид, а на стыке раппортов у нас здесь 2 накида. Вот почему я набрала. Так, значит, один накид уходит на этот раппорт, один накид уходит на второй раппорт. 2 вместе лицевой, 2 лицевые, поворачиваем, 2 вместе слева направо, накид, лицевая и кромочная. И восьмой ряд по узору, не считая как бы двойного накида, значит, изнаночными до двойного накида, а двойные накиды провязываем, как и здесь, изнаночная, лицевая. Вот и все. Раппорт у нас состоит из 8 рядов и 6 петель. Далее продолжаем точно так же. С первого ряда далее продолжаем. Вот он наш раппорт, который потом складывается вот такой вот прелестный узорчик, девчонки. Все, на сегодня все. Я думаю, он вам понравился. Вот напишите ваше мнение в комментариях. Летний кардиган, туника, маечка, куда угодно, куда угодно. Топик. Все, девчонки, на сегодня все. С вами была Вика, школа рукоделия. Всем пока.